хоть однажды видел это. Тот не забудет никогда, он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Я Стасиков Илья, ученик 7-го Ди класса Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Талдыкурган. Хочу рассказать вам о своих предках, которые внесли свой вклад в великую победу 45-го года. Мой прадедушка Стасюков Петр Пантелеевич родился в 24-м году в Алтайском крае. В 42-м году призвался на службу. Весь свой военный путь прошел в звании старшего матроса, защищая рубеж Родины на Дальнем Востоке. Демобилизовался только в 48-м году. Был награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени. Еще один прадед Гуляйкин Иван Иванович призвался в ряды срочной службы рабочей крестьянской Красной Армии в 39-м году. Он прошел всю войну, был трижды ранен и дошел до Берлина. И моя прабабушка Ковалева Вера Степановна, 1921 года рождения, была труженицей тыла. В годы войны трудилась на военном заводе, изготавливая оружие для фронта. И она была трактористкой. По ее рассказам, как только закончился бой, впереди шли саперы, разминировали поля, а группа девушек следом пахали на тракторах. А вдалеке все еще гремел бой. Они пахали поля, садили хлеб, кровью и потом тоже добывали великую победу. Я помню и чту своих предков. Я глубоко благодарен им за то, что сейчас жив и живу в свободной стране. Никто не забыт и ничто не забыто. Итак, из поколения в поколение мы будем передавать память о своих героях, гордиться их подвигом и, конечно, помнить, какой тяжелой ценой далась им эта победа. Не в землю нашу мы легли когда-то, а превратились в белых журавлей.